Друзья, мы сегодня в Берлине. Сегодня тот самый день, когда мы будем возле Берлинской стены. Здесь вот это такое ключевое значимое место, да, когда объединилась Восточная и Западная Германия. И мы здесь собрались для того, чтобы совершить совместное причастие. Да. У нас здесь начальствующий епископ России Сергей Васильевич Череховский и епископ Украины Васнюк Виталий. Да. Вот они, мужи Божьи украинские. Ну что ты там ховаешься? А? Поможешь? Вот. Вот. А вот. Это братоубийственная война. У политиков свой резон, а у церкви свой. Церковь объединяет. Церковь не разделяет. Некоторые мне сказали, ты сделал очень резкое заявление, ты назвал войну войной. Да. Да, я так назвал. Дорогие друзья, братья и сестры, свершилось страшное, чего, казалось бы, не должно быть никогда. Братоубийственный конфликт, более 8 лет тлевший на Донбассе, охватил намного большую территорию. Не дай Бог, чтобы в наших церквях, в России, в Украине, произошло разделение по национальному признаку. Я знаю, что сейчас, как никогда, наш президент и наши вооруженные силы нуждаются в нашей поддержке. Потому что всех нас должно волновать, победит ли наша страна или проиграет. Это от Бога. Для меня, мои братья украинцы, это мои братья, сестры, мои сестры. Я не ставлю пределов и границ, я не провожу красные линии. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы это понимали. Церковь вне политики. Наша задача сейчас поддерживать своего президента. Наша задача поддерживать свой народ, не чужой. У нас нет ненависти. Мы движимы любовью. Но это та любовь, которая уничтожает зло. Прав будет тот, кто победит. Потому что есть даже такое выражение, кто сильнее, тот и прав. Этот вопрос можно было задавать до войны, но когда война уже случилась, она есть. Теперь правым будет тот, кто победит. Если победим мы будем диктовать права. Если победим не мы, нам будут диктовать права. Ваш пастырь вошел в свое призвание. Аминь. Все поддерживайте и благословляйте это решение, которое принято нами. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе скажем Алексею Аксиос. Аксиос. Еще раз. Аксиос. Аксиос. Аксиос.